Мельников. Хорошо, сейчас скинул мяч, Сайфулин будет бороться. Роста-то ему не хватает, да, чтобы с защитниками зенитовскими бороться, но у Сайфулина есть другие качества. Левченков помог, тут подключился, убирает оппонента, и есть перед ним простор, входит в штрафную Левченков. Падать нужно, пенальти! Пенальти будет бить Спартак. Вот. 1-0, Спартак впереди. Давыдов делает все, как учили в школе. Мяч в один угол, вратарь в другой. 1-0, поздравляем мы Алексея Давыдова с забитым мячом. Ну и Спартак открывает счет в этом матче. Зенита не рассмотрел, и в итоге аут. Пользу Спартака. Но у нас порядка 10 минут остается до конца этой встречи. Финал первенства России среди спортивных школ. Зенит, Спартак, Спартак в атаке. Сайфулин, вот он как раз взорвался. Передача, момент, Поляков. Гол, гол, Поляков забивает, 2-0. Спартак увеличивает свое преимущество. Ну и что я вам сказал буквально несколько секунд назад, то, что Спартак забьет второй мяч, и уже как раз таки дело будет близится к концу. 2-0. Спартак увеличивает свое преимущество. А Сайфулин-то весь второй тайм спал там на своей бровке. Ждал он этого момента. Прорвался, прострелил. Галятов толком по мячу не попал, но зато...